Влад! Макс! Сос! Тут плохие парни с большими пушками. Меня окружили в холле. Мне нужна помощь. И чем быстрее, тем лучше. Нужно было как-то добраться до Влада. Я не мог ждать. Дело начало выходить из-под контроля. Я вошел через заднюю дверь. Помоги! Остановите его! Когда же ты сдохнешь, мать твою? Да ты еще даже не попытался. Держись, Влад. Макс! Я иду. Пинь, твою мать, опять он! Что вы стоите? Окружите его! Замочите этого гребаного копа! Пинь! Ты заплатишь, русский, мать твою! Ты заплатишь! Мой герой, ты спас меня. Хочешь поцелую?